Здорово, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Весна, скоро Пасха. Самое время сходить на блошиный рынок, потому что люди перед Пасхой обычно наводят порядок, а ненужные вещи несут, собственно, на барахолку. В общем, давайте погуляем, найдем что-нибудь интересное и обязательно купим. Поехали! У нас в этом году изменились правила торговли на блошином рынке. Администрация города решила навести порядок и узаконила все это дело. Вот, поэтому торговцев вот прибавилось. Ух, ух, классная штуковина. Это диафильм, да, самый обычный? Ну, просто чемоданчики. Прикольно. Вот, соответственно, тут даже где-то прилавки скоро должны появиться. Все цивильно теперь будет у нас. Так, что, Илюх, из интересного видишь? Ничего? Оперативную память где? А, это оперативная память, а я вот... О, нет, это что-то современное, я думал, советский. Электроника, ничего себе. Ну-ка, пишите. А сколько такая штука стоит? 1200. А она работает? За 1000 отдам, работает. Протонный орел. Игрался, это потерял резину. А. На этих просто на скотче делал. Класс. Это вот пожарная. Да, я вижу, прикольная. Снимаешь побольше. Хорошо. Хорошо. А сколько что часы стоят так, чтобы вот понимать порядок цен? Командирские. Вот смотри, вот это стоит пятнаха. 15 тысяч? Да, штурманские. А это, ну, это русские? А эти стоят 100 рублей. Вот и смотри, как. Так, то есть вот это стоит, это российские, да, часы? Нет, это советские. Советские, 15 тысяч. А где 100 рублей? Ну, вот, например, 100 рублей. А вот командирские. Ну, эти тысячи. Тысячи. 15 тысяч! Очуметь, ну, вообще. Это нормальный ценник, 15 это. Да? В интернете писали, сколько они стоят. Не, я просто, ну, не интересовался никогда. Когда войск НАТО в 91-м году, когда буря в пустыне была. Это натовские. Ну, выпускали для НАТО, это Слава делала. Слава выпускала часы для НАТО? Для НАТО, да. Ничего себе. Когда вот эта операция вот в это да. В 91-м году. А сколько такие сейчас стоят? Эти 1800 стоят. Ну, недорого, но прикольно. Ну, они прикольные. Я сам носил. Продолжаем осмотр, друзья. Чё-то я прям в шоке от часов и цен на них. Надо найти такие штурманские. Да они редкие просто. И типа крутые, мне кажется. О. Не, это прям... Это мы такое в сараях часто находим заброшенных. Это мы с тобой, Илюх, тоже можем сделать такой ларек. И даже побольше. И тоже чего-нибудь продавать. Ничего интересного, не наблюдаешь пока. А это не пейджер, да? Это где? E-mail? Ну, вряд ли она какая-то историческая, если на ней написано e-mail. Посуду кто-то опять выволок, знаешь. Нет, неинтересно. Вот, в таких вот мелких штучках бывают прикольные вещи. Перышко. Запонки. Кстати, запонки прикольные на самом деле. Не вижу ничего плохого купить такие запонки и таскать сегодня. Мишка классный. Посудка интересная. Смотрите, как прикольная. А сколько такая фигурка стоит? 1800. 1800. О, советские ранние. 51 год. Рубль. 5 рублей? А сколько 5 рублей стоит? 200 рублей стоит 5 рублей. Прикольно. Вот, обязательно место с дискотекой, да? Музыка какая-то не та, мне кажется, надо. Чтобы прям из 80-х. Тут, кстати, пластинки продаются. Давайте покажу. Bon Jovi, AC/DC, богатые и бедные. Ну, это все по 2-3 тысячи, на самом деле. Это такие достаточно дорогие пластинки. Илюша все время куда-то торопится, говорит, время теряем, а мне хочется разглядеть все в максимальных подробностях. Книги. Книги малоинтересные, на самом деле. Если только не найти какой-нибудь, знаете, «Властелин колец» или «Хоббит», я их просто собираю. Вот, все остальное
Не, ну тут какая-то больше техническая. О, пошли прилавочки. За все 300 рублей. Нет, вот это за все. За вот за, это? За ломаный. Я понял. Любая 100, любая 50. О, недорого. Ну, кстати, тоже какие-то царские. Значки, фотоаппараты. Вот это прикольно. А сколько такой вот солдатик стоит? 200 рублей. 200 рублей. Вчера такой нашел. В машине валяется. Перстенечки. О, вот такие вот, Илюх, я у себя в огороде находил. Вот прям вот. Точно такие же. Только ты вчера не смог ничего там найти. Потому что ты не фартовый. Вот. Если, друзья, вам нужен не фартовый человек, вот он вообще. Сегодня поедем бросать магнит и ходить с металлоискателем. И знаете, что найдет Илюха? Ничего. Ладно, ладно, все, хорошо, хорошо. Мы верим, надеемся и ждем. Друзья, поддержите нас лайком, пожалуйста. Какие красивые топоры вообще. Кстати, да, это на самом деле топор, найденный в заброшке, просто отполированный. Вот мы вчера точно такой же с тобой находили. Ручка-дуб, это на самом деле очень плохо для топора, потому что ручка у топора должна быть мягкая, а не дубовая. Потому что если будет дубовая ручка, тебе просто в руку осушит вообще мгновенно. Что это? Z-машины. Z уже есть? Да, смотрите. Здесь все машинки по 50 рублей. Инструмент. Есть что-нибудь хорошее. Это просто кто-то прям гараж свой вытащил и выбросил. Где? Ну это что-то самоделочка какая-то. Нет, вообще современная какая-то история. Вот этот патефон приколючий. Что написано? Снежить. Снежить 204. Снежить 204. Как новичок. Чтобы снежить. Так, здесь у нас электромузыкальных инструментов. Либерецкий завод. Да, струны. Так, смотрите, друзья, черный ящик. Как из Поля чудес, ты видишь черный ящик? Что там? Этому чемодан, цены нет. А он из-под чего вообще? Это для чего такой? Там обрез лежал. Обрез там лежал? Жирной, да. А, ну да. Чемодан из-под обреза, Илюх. Баджигнова. Вот это? Да это компрессор, да, машин качать. О, класс. О, ностальгия с наклеечками. Adidas, спорт вообще. Кто-то был очень козырный чувак, кто им владел когда-то. О, еще один диафильм. Поменьше. Этюд. Смотри, какой диафильм прикольный, Илюх. О, вообще микроскопический. Так, так, во, класс. Чтобы она у тебя уже в холодильнике валя, чтобы она была... А сколько такой проект этот диафильм стоит? 600 рублей. 600 рублей. Недорого, интересно. Так, ну что, друзья, вот такой вот рынок, такой у меня сегодня сюжет получился. Я думаю, будет не один, поэтому надо подписаться на канал, чтобы не пропустить. Рынок растет, развивается. Хорошо, хоть в этом году как-то его легализовали, и людей становится все больше и больше. Соответственно, вещей все больше и больше. Поэтому надо подписаться на канал, лайк поставить. Миклух Макфлай, пока-пока.